Я здесь сейчас все задамажу! Вы зачем так с мать? Витя! Ваншот! Всем здорово, танкисты! Як бой будет называться «Минутка». Как накидать за минутку, блядь, 1700? Оба, чик, я такой на тайпе 64-м. Ну, естественно, ЛТ, да, они как всегда в КБ виноваты, блядь. Сука, пидорасы, нихуя не умеют настреливать, блядь. И вообще вся хуйня из-за них. Света мало, блядь, все прочее такое. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. В итоге поехали. Мау, против нас 6 тяжей. В принципе, команда у них посильнее такая. По скиллове. И я вылетаю на ВЗхе, короче, командир наш. Командир нашей бригады. Вот время пошло, полминутки уже прошло. Мы едем, едем, блядь, такие, опа, опа, блядь, ждем, где-то здесь должен быть светлячок. Ищем, ищем, на. Опа, тут нихуя, тут Блэк Принц. Наш бригадир врывается, такой уже свистит, нужна помощь, крутит там Блэка, я такой подлетаю. А тут еще и ВЗХ появляется, нихуя себе. Получается тут полный, блядь, конфликт у нас, нахуй. На, нахуй, на, сука. Разъеб, блядь. Хуй знает, он по мне еще чем-то ебашит, по-моему, один раз даже фугасом въебал. Все, зарамсили, нахуй, следующего. Блэк Принц тут что-то тупит вообще по-черному. Командир говорит, пропусти, на нахуй. Отлично, заебись. 1250, поехали дальше. Ну вот практически 2 минутки боя. Ну, вообще в целом минуты 2 здесь больше. Мау-мау-мау. Тут еще стоит он, блядь, у нас Исаак нахуй, думает что-то, блядь. Пэм-пэм-пэм. И все, и бой закончен, нахуй. Сука, вот так вот, блядь. 1800, нахуй. Ха-ха, как вам такая победа? Всем пока.